Государственный театр имени Аронецкой готовится к гастрольному туру по Приднестровью. Со спектаклями для детей и взрослых актеры объедут все районы республики. Первый в списке – Григориополь. Завтра в городском ДК покажут две постановки. Начало в 2 часа дня и в 6 вечера. В репертуаре этого тура, да, то есть... И спектакль для детей наш, повторюсь уже, «Хидюймовочка». И спектакль для взрослых – это премьера этого сезона «Смешанные чувства», где в определенных ситуациях, каких-то массовых пластических сценах заняты молодые артисты и студенты, а спектакль сам, главные роли работают наш уже коллега из Израиля Семен Вольперт и народная артистка Приднестровья Ирина Серикова. Это гимн любви, лирическая комедия «Смешанные чувства» должна вызвать смешанные чувства. И только про любовь. На следующей неделе эти же постановки покажут в Малоештах. На апрель запланированы гастроли по Дубасарскому району. На выездные спектакли по Приднестровью наш театр уже давно не выезжал. В театре хотят вернуть эту традицию. Это искусство востребовано зрителем, да, и за все эти годы, которые были немножко в такой странной социальной истории, да, невозможно были выезды, невозможно были какие-то закрытые театральные мероприятия. Сейчас это, слава богу, завеса приоткрывается. Когда-то это было поставлено на очень хороший поток, да, то есть любой спектакль, премьерный, который мы обязательно прокатывали по городам и приемлемым площадкам Приднестровья. Гастрольный тур расписан пока до конца театрального сезона, то есть до июня. Актеры планируют дать спектакли во всех районах Приднестровья.